2013 году мы презентовали гибрид Сашер на рынок. И сейчас мы уже имеем первые результаты. То есть мы видим рост продаж по этому гибриду. Мы видим также косвенное доказательство того, что сегмент по чуть-чуть создается. То, что даже уже другие компании начинают представлять свои черные гибриды на рынок. Но, как по мне, Сашер все равно выигрывает по устойчивости, по неприхотливости к выращиванию, по всем показателям. Единственное, что мы, нарекание, которое мы слышали про Сашер, это о его размере. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.